Всем доброго дня. К нам приехал клиент, уже довольный, который у нас давно приобретал станок. Город Москва, компания Fart Group. Давайте послушаем, что он нам скажет про качество шлифовки, про качество оборудования нашего. Замечательный станок на самом деле. Берите и, блин, просто ручной труд вообще вам не нужен больше с этим станком. МДФ, мы используем МДФ, шпон, фанеру, вот все прогоняем на нем, и как бы нареканий вообще никаких. Просто ну, то есть, если бы сейчас снова пришлось бы покупать оборудование, вы бы купили наш станок? Блин, честно, ну, конечно, купили. Да. Замечательный станок, на самом деле. Компания Fart Group, город Москва. Всем привет, всем привет. Да, приобретайте у них оборудование, очень крутые вещи делают. И по цене, кстати, ну, мы сравнивали реально с китайцами. Хотели взять на самом деле китайский станок, но когда приехали к ним на производство, посмотрели их оборудование, как оно работает, приехали со своими фасадами, все нам показали, все нам нас устроило, но китайский станок какого не делает, я вам сейчас скажу. И наш станок... не все немецкие такое качество делают вот на самом деле, потому что мы выбирали из китайцев, и там немецкие было оборудование. Вот это по цене и качеству, вот это самый замечательный станок оказался. Спасибо. Вам спасибо. Всем спасибо. Привет.